Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодняшний обзор будет настоящей пушкой. Вы ждали, вы его просили, мы наконец-то не просто покажем вам самокат. Обвиняете нас в основном в поверхностных обзорах, мы его не просто вскроем, мы его полностью до винтика разберем. И посмотрим, из чего же сделан самый быстрый электросамокат. Те, кто глубоко в теме, скажут, что какой-нибудь корейский Hunter Quad или тот же Vepet FS будут пошустрее. Однако нужно не забывать, что американец весит всего 30 кг, огромные корейцы по 50-60. Ну что же, понеслась. Итак, начнем с вами с подвесочки. Вот вилочка у нас состоит из трех частей, как лего. Раз, два, три. Все. Весит, ничего не весит, честно вам скажу, это порядка, наверное, 50, может быть, грамм. Соответственно, задние маечки у нас чуть потяжелее, ну, может быть, 100 грамм. Может быть, плюс-минус чуть больше. Так, собственно говоря, сами по себе маятники, думаю, уже кое-что вам напоминают. Если вы помните FSET, то это чисто американская фишка делать вот похожие маятники. Сделаны они у нас алюминий D16T, если память не изменяет. Ну, в общем, в целом, весьма крепкая конструкция. Так, едем дальше. Рулевая стоечка. Вот такая коса и гусек. Здесь складной механизм, который, опять же, вы могли видеть на FSET-е. То есть, практически один в один. Это американская фишка такая. И вот, собственно говоря, гусек из того же металла. Весит эта конструкция где-то, наверное, грамм 300, исключительно за счет гуська. Рулевая стойка полностью из карбона, поэтому она ничего не весит. Сам руль, ну, руль вообще тут 10 грамм максимум. Тоже карбоновый, естественно. Переднее крыло, ну, оно декоративное, особо сильно ни от каких брызг не защищает. Но оно и не рассчитано на то, чтобы защищать от каких-либо брызг по одной простой причине. Данный самокат в первую очередь эксплуатируется в теплых странах. Там речь не идет ни о какой гидроизоляции, ни о каких лужах и брызгах, потому что та же самая сликовая резина не позволит вам просто эксплуатировать его ни в каких условиях, кроме как сухая погода. Итак, теперь разберем с вами раму, покрышки и перейдем к электрике. Итак, наш любимый легенький карбоновый тазик. Как долго мы, собственно говоря, это ждали. Весит? Ничего не весит. Основной плюс, конечно же, Райана, это его весовая категория. Состоит дека из двух частей. Соответственно, верхняя крышка ничего не весит. И внутряночка. Внутряночка у нас, соответственно, вмещает в себя батарею и, по идее, два небольших контроллера. Либо, соответственно, это будет огромная батарея и вынос контроллеров за пределы, собственно, самой рамы. Здесь у нас все подготовлено под задние оси маятники. Спереди гусек. И, собственно говоря, небольшая предыстория, почему так долго мы не могли заснять обзор по этому самокату. Обнаружилось слабое место в этой конструкции. Американцы отправили нам самокаты, они уже были в Москве, но в определенный момент сказано было, либо вы отправляете обратно нам самокаты, то есть они производили отзыв всех 60-ок со всего мира, потому что нашли слабое место в раме. Здесь начало кое-что происходить, а именно под нагрузкой она начала немножко трескаться. Соответственно, здесь нужно усиливать сам каркас. Из-за этого у нас, собственно, и сдвинулась вся съемка. Так, по гидроизоляции тут, естественно, речь не идет. У нас есть воздуховоды. Здесь заходит воздух, здесь выходит. То есть вентиляция здесь, естественно, роскошная. Сзади у нас два технологических отверстия. Это здесь тумблер включения-выключения, здесь зарядное гнездо. Собственно говоря, особо тут больше нечего рассказать. По крышке, по корпусу сказали. Теперь колесная база и электрика. Что касается покрышек. Страда, это все Италия, PMT.
скажем так, сроки ожидания на их заводе около 90 дней, не меньше. Поэтому и сами Райан собираются минимум по полгода. Так, это универсальная резина, больше подойдет как раз для наших погодных условий. Ну, а с завода идет вот такие вот каточки, это сликовые PMT-шные покрышки. Есть 100 на 6,5 и 110. Ну вот, разница не особо большая. Некоторые пользователи просят, например, установить сзади пошире колесо, спереди поуже колесо, особенно если это одномоторная версия. Скажем так, и полегче, и поустойчивее. И выглядит, кстати, интереснее. По резине все. Тормоза. С сезона 2021 года Райан комплектуется 4-поршневыми гидравлическими тормозами Magura MT7 Pro. И здесь у нас исключительно механический процесс торможения, никакой рекуперации. Рекомендуем сильно не отходить от традиции, по-прежнему использовать 4-поршневые Magura, но MT5E, чтобы у вас все-таки был датчик торможения. Помимо механики, еще и тормозила электрика. Ну а теперь посмотрим на контроллер и мотор. Итак, самое интересное. Мотор от их последней разработки электросамоката Райан Траст. В него вкачивается 12 кВт. Здесь жирнейшая обмотка, 65-е магниты. И самое интересное, да, чтобы все это переваривать, у него здесь отдельно идет вентиляция. Американцы говорят, что данные отверстия и вообще мотор полностью в комплекте им приходят из Германии. Что-то мне подсказывает, что это откровенное лукавство. Точно такие же моторы будут на Blade XZ. Ну как будут, они уже ими комплектуются, естественно, без вентиляции. И такие же моторы ставятся на Weapon, опять же, без вентиляции. Наверное, именно за счет этого этот мотор позволяет вкачивать в него больше, а те конфигурации, соответственно, используют меньшие токи, чтобы ничего не плавилось и не перегревалось. Но опять же, да, это говорит нам о том, что данный самокат подготовлен только для теплых погодных условий. То есть в России нужно производить полностью переборку такого самоката и подготовку под наши условия, потому что иначе это все, сами понимаете, коротнет в первую же поездку под дождем. Итак, мозги. Переходим к контроллеру. Контроллер. В американском контроллере, который они ставят в Траст, ничего нового вы не увидите. Это мощное и интересное решение, но гораздо интереснее убить двух зайцев одним выстрелом. Что мы и решили сделать. Это обновленный ядреный контроллер. Беремся, как говорится, за сердце. Радостно, отечественная разработка, все уже вы их знаете. 24-фетовый, 600 ампер здесь фазные и 300 ампер батарейные токи. Для того, чтобы снабдить два мотора, соответственно, мы будем ставить два контроллера или более бюджетная версия, одномоторная, с одним контроллером. Но это позволит нам вынести его, допустим, на брюшко и полностью заполнить деку батарейкой. То есть поставить туда мощную высокотоковую батареечку, которая будет его отлично разгонять. Что же, в следующем выпуске вас ждет, собственно говоря, сборка этого проекта. Сразу же посмотрим, на что способен с американским оборудованием отечественный контроллер. Дисплей будет, естественно, в комплекте от Яка. И сравним его уже с различными разными другими девайсами, в том числе и ДВС-ными, мотоциклами и так далее. Скажем так, в общем, у вас наверняка возникает вопрос, как приобрести такой самокат. В России будет продаваться три, наверное, вариации. Это будет алюминиевая наша собственная разработочка, бюджетная версия. Я думаю, она будет вставать где-то в 500-600 тысяч рублей. Одномоторный Райан, соответственно, на 12 фетах будет обходиться где-то в районе, наверное, миллиона с лишним. И на 24 фетах где-то порядка полутора миллионов, наверное, будет выходить. Что касаемо полноприводного, значит, оригинальный RE90 или Траст будет выходить 27-35 тысяч долларов. Не падайте в обморок. И, собственно говоря, с
нашими разработками, но на их моторах и раме где-то порядка там на 3-4 тысячи долларов, может быть, подешевле. В целом такой ценник, можете говорить все что угодно и писать, типа, я куплю его себе на официальном сайте. Ради бога, ребят, покупайте на официальном сайте, но вы их никогда, к сожалению, скорее всего, не получите в России. После 27 июня 2020 года из Америки теперь гораздо сложнее стало экспортировать невоенную продукцию в страны Китая, Чили, Венесуэлы и России. Это первое. Все батареи должны иметь МСДС-сертификат. Это второе. И третье. Сам экспортер должен получить определенную лицензию американского стандарта для того, чтобы отправлять в Россию и вообще в целом в наш регион вот такие вот изделия. Поэтому у нас есть специальные договоренности, как у хаба российского представительства. Соответственно, мы будем возить как готовые полностью, так и частично собранные на территории РФ Райана. Ну что же, ждем жирнейшую дискуссию. Огромное количество пальцев вверх, потому что иначе непонятно, ну, интересно вам это или нет. Потому что когда смотришь на выпуск, где Куга или Хальтон, и она набирает сотни тысяч просмотров, вообще реально непонятно, на что наш рынок ориентируется и какие девайсы ему интересны. Пальцы вверх, жирная дискуссия. И до новых встреч. Пока. We'll be right back.